Шарль Перро. Красная шапочка. Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Такая хорошенькая, что лучше нее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так и говорили про нее. Вон красная шапочка идет. Как-то раз мама испекла пирожок и посылает дочку. Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Снеси ей этот пирожок и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к своей бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да только он не посмел. Недалеко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк. Куда ты идешь, красная шапочка? Видите, я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. Ведь красная шапочка не знала, как это опасно разговаривать с волками. А далеко ли живет твоя бабушка? Довольно далеко. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с края. Ладно, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет. И волк понесся, что было духу, по самой короткой дороге. А красная шапочка пошла по самой длинной. Шла она не торопясь, в пути то и дело останавливалась и рвала цветы. Не успела она еще до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику. Бабушка была в это время больна и лежала в постели. Кто там? Это я, внучка ваша, красная шапочка. Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. Бабушка подумала, что это и в самом деле красная шапочка. Дерни за веревочку, дитя мое. Двери откроются. Волк дернул за веревочку. Дверь и открылась. Волк был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Потом он закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она подошла к бабушкиному домику. Кто там? Красная шапочка сначала испугалась, но потом подумала, что бабушка простужена. Это я, внучка ваша, красная шапочка. Я принесла вам пирожок и горшочек масла. Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются. Красная шапочка дернула за веревочку. Дверь открылась. Положи-ка
пирожок на стол, да поставь горшочек на полку, а сама приляг рядом со мной. Ты верно устала. Красная шапочка прилегла рядом с волком. Бабушка, почему у вас такие большие руки? Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше слышать тебя, дитя мое. Бабушка, почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть, дитя мое. Бабушка, какие у вас большие зубы! А это чтоб скорее съесть тебя! Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмаками и красной шапочкой. Но, к счастью, в это самое время мимо домика проходили дровосеки. Услышали они шум. Вбежали в домик и убили волка. Потом они распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка, обе целые и невредимые. Thank you.